Всем привет, дамы и господа, с вами Андрей Пойманов, это канал «Авто без забот», и сегодня у нас интересный проект. Да, мы уже заклеили не один десяток Porsche и даже 911, но это новое, конкретно этой машины у нас не было, плюс она красная, и если мы закончили со всеми, ну, просто неопровержимыми доводами о том, что нужно снять про эту машину ролик, я продолжу и расскажу, что мы с ней сделали. Итак, здесь сделана передняя часть автомобиля, она вся защищена в полиуретановую пленку, сделана защита. Конечно же, я рекомендую защищать этот автомобиль целиком и полностью, потому что, ну, это спортивная злая тачка, так много чего можно повредить. Пескоструем, да, фары, кстати, тоже забронированы. Лобовое стекло обязательно, у нас стоит еще один Porsche, по нему будет отдельное видео. Защитили также зеркала, боковые зеркала, это то, что от пескоструя умирает, ну, практически самое первое. Задний бампер также защищен. А, это дорестайлинговый кузов, поэтому консоль здесь обычная, то есть не тачскрин, не с экранами, и, ну, просто пластиковая. Там кантик вокруг, его можно защищать, но не так уж сильно это все бросается в глазах. В новых Porsche 911 уже все как надо, и это нужно обязательно защищать, вы знаете, куда ехать. Здесь сзади была заводская защитная пленка, она была таким маленьким кусочком завода. Эта арка защищена тоже заводской пленкой, такая вот здесь небольшая вставка была. Мы ее, конечно же, демонтировали. Привет. Вот. Ничего, у нас работает. Я не могу отвлекаться. Да, была небольшая вставка, мы ее демонтировали и вставили вставку побольше. Конечно же, вы скажете, что нужно защищать полностью крыло, и я с вами полностью согласен, потому что вот это все крыло можно без разреза одним куском защитить. Мы это делали неоднократно, но слово клиента закон, может быть, попозже передумает. Это, кстати, тоже не проблема. Повреждаемое место, основное уязвимое место, все равно защищено, и это хорошо. Защитили зоны подручек и кантики дверей. Такой, конечно, очень прагматичный комплект. Кантик, он такой огромный, длинный, вот такой идет, он защищено. Может быть, опять же, попозже передумает. Я же, конечно, рекомендую защищать полностью и забыть об этом, но, тем не менее, защитили. Задний бампер тоже защищен, задние фонари не защищены, хотя здесь можно играться, сами знаете, там стек, не стек, то есть темная пленка, прозрачная пленка, сильно темная пленка. В общем, много всего интересного. Вот такой получился у нас проект, я уверен, вам понравится. К слову говоря, у нас сейчас все боксы, вот на текущий момент, вот на текущую дату, как мы записываем, все боксы забиты Porsche, через неделю все боксы будут забиты BMW X7. В общем, не знаем, что за наплыв, но будет много интересного контента, поэтому подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки и пока!